Почему люди в Москве вышли в субботу на митинг? Ну, потому что они с чем-то не согласны, наверное. Ими двигало желание сделать что-нибудь, чтобы как-то изменилась ситуация, наверное. Хотя, мне кажется, большая часть людей пошла туда чисто ради хайпа, чтобы показать, что вот они причастны к политике, что-нибудь такое. То есть, скорее, показушный какой-то такой момент у них был, а не что-то серьезное. Я думаю, ими движет, скорее всего, чувство несправедливости и отношение государства к людям, которые здесь живут. Людям не дают выбрать тех, кого они хотят, скорее всего, поэтому. По дурости, наверное. Почему? Ну, не знаю, это все это бессмысленно. Меня все устраивает. Ну, я думаю, то, что в стране происходит бардак, ну, в общем словом. Леса горят, коррупция, махинации различные во власти, поэтому не устраивает. И то, что нет альтернативы сейчас выбора власти, поэтому как бы люди выходят и жалуются, то, что нельзя как-то провести ротацию правительства, как-то поменять каких-то должностных лиц, чтобы это все, в принципе, двигало нас к развитию, к прогрессу, а не к стагнации и деградации. Ну, очень простая, за лучшую жизнь, конечно же. А что их не устраивает, по-вашему мнению? Не свобода. Не свобода слова, не свобода... Ну, она перерастающая в беспредел, хоть это слово уже тысячу раз повторяли, конечно же. Я думаю, политической ситуации, властью, которая пытается узурпировать и не только финансовые, там, да, денежные средства, но и саму власть, то есть закрывается вход в... для простых людей, то есть, да, там, людей с народа, как они называются, в, даже на таком уровне, как Московская государственная дума. Из-за несменяемости власти, я так предполагаю. Но я в этом знаю поверхности все очень. Ну, потому что власть левая. Прям с верхушки. Что Путин, что все. Это как бы... В России люди 70% не живут, а выживают. Вот и все.